Привет всем. Вот сейчас мы на заправке. Вот заправили 20 литров бензина. У нас машина на газу тоже, но без бензина она тоже не заводится. Вот получилась вот такая цена. 5400. Вот тут вверху справа. Назад возвращаю. Заправка Shell. Все, красота. Только что проезжали трущобу. А вот такая вот у нас тут Shell на Конституционе Мардельплата. Музычку выключаем пока что. Сейчас будем выезжать с заправки. Табан провинция. Так. А, мы еще пока не выезжаем, да? Угу. Значит, немножко поснимаем. Окошко откроем. Все отсвечивает, ничего не видно. Музыка играет, ничего не видно, ничего не слышно, крики вот. Сейчас продолжу съемку, это я в машине пока что. Выйду с машины, продолжу съемку. Мы находимся уже на другой заправке. Это у нас ИПФ. И мой муж всегда ставит машину там, где не надо. У него все штрафы только за эстасионаменто, то есть за парковку, там, где он паркуется неправильно. Вот это, видите, написано, но и стационар не ставить. Вот, а он поставил. Здесь на этой заправке мы газ заправляем. На той заправке мы заправляли бензин, на этой газ. Ну, потому что моему мужу захотелось МЖ пойти. Вот, и все. Это центр города Мардельплата. Вот Мардельплаты. Не знаю, склонять можно или нет. Вот такой вот. Гимнасию, занимаются машины, шумок, пальмочки, стройки, оголенные деревья, зелени мало. В отличие от нашего района, где мы живем, там постоянно круглый год, зимой, летом и светом. Вот эта марка молока и масла и всех молочных продуктов, но я ее не покупаю, по сути, в основном. Вот. Оно все сейчас невкусное. Так, пока что заканчиваем. Везде во всем мире закрытое. Солнце не дают нам. Это уже Феликс Кукамет. То есть Индепенденция, Венида перешла. Сейчас мы будем подъезжать к овощному магазину. У нас что, девенькая? Камеры дом домашние. Есть местечко. Не знаю, поместишься ты или нет. Мы пытаемся припарковаться. Не, здесь не поместишься. Да, вот какая-то тут мобиляри за мусорником видна правее.